Закончились времена, когда о Толстом как философе, Толстом как социальном мыслителе, Толстом как богослове говорили снисходительно. Губительно само различение между Толстым как литератором или художником и Толстым как мыслителем. Если брать Толстого как социально-политического мыслителя, как религиозного мыслителя, да, то это очень важный путь от христианства к восточной мудрости. Мыслитель Толстой. Он прочитал Нагорную проповедь не как набор этических правил, а как социальный проект. Тем временем «Смыслы» с Александром Архангельским. Толстовство было бы невозможно без Яснополянской идиллии, в которой он провел всю свою жизнь. В новом сезоне, в новое время. 4 сентября вечером на нашем канале.